Про роботу снайперів на Бахмутському напрямку ми говоримо далі. Заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення «Грім» долучається до нашого ефіру. Всім нам відомий, глядачам, як дід. Вітаємо вас, раді бачити. Вітаю. Самий мій любимий, дорогий ведучий. Ваш сувенір вашого підрозділу завжди зі мною на кожному ефірі і в житті. Дуже дякуємо вам за це і за вашу роботу, яку ви робите, захищаючи країну. Насамперед, розкажіть, в яких умовах українські снайпери працюють зараз на Бахмутському напрямку? Останні кілька днів дуже тяжко, йдуть дожди, проливні дожди, ливні, практически не прекращаясь, только на несколько часов, и снова сложно выбирать позиции, достаточно сложно. Ну и есть некоторая трудность, но это приятная трудность. На сегодняшний день на северо-западе от Бахмута, там, где атакуем мы, и видно по картам, там, где самое большее есть прорыв к Бахмуту, для того, чтобы выйти на стрелковую позицию, приходится где-то около 7-8 километров пройти на ногах, для того, чтобы подобраться уже к оркам, с точки зрения, когда мы можем их уже поражать. Поэтому, с одной стороны, очень здорово, что мы так близко подошли. С другой стороны, у нас теперь некоторые проблемы, потому что приходится много на себе носить. Вот рядом со мной сидит мой друг, товарищ, побратим Лёва. Он любит стрелять из 50-го Барретта. Вот, и этот Барретт вместе с БК весит около 30 килограмм. Вот ему приходится на себе это все носить, в одну сторону до 7 кілометрів для того, щоб зробити вистріл. А як себе поводять росіяни на Бахмутському напрямку, коли ми тиснемо на них? Вони вже відчули повноцінну втрату ініціативи? Чи все ж таки намагаються ще якось зберігати тиск і намагатись перехопити наш натиск? Як вони себе поводять? Ну, на самом деле, не знаю их мотивации, но некоторые подразделения бьются очень хорошо, действительно хорошо. И нельзя недооценивать противника, и мы понимаем, что здесь очень много различных подразделений ВДВ, их элитных частей, хорошие снайперские группы, которые засели в разрушенных высотках. В общем, они не убегают, но продвигаемся тяжело. Скажу так, только за последние полтора месяца у нас 6 человек наших бойцов ушло с поля боя на щите. Для нас это очень много на самом деле, достаточно много. Но идет продвижение. Конечно же, они сделали очень много упражнений. Проблема в больших заминированных полях, тут небольшие водоразделы, плюс здесь достаточно сложный рельеф подхода к Бахмуту северо-запада, потому что поля, небольшие посадки и достаточно много холмов. Поэтому они держатся, но достаточно много согнали сил из разных направлений, в том числе с южного направления. По разным оценкам, мне сложно судить, но по разным оценкам, в том числе ГУР и наших разведчиков, здесь группировка до 120 тысяч человек, орков, в общей сложности, на всех линиях обороны Бахмута. Дід, нас просто вражають ваші слова, особливо розповідь про те, що снайперам доводиться в таку спеку неймовірно носити на собі стільки кілограмів, величезну снайперську гвинтівку. Ми вам вкотре дякуємо усім військовим нашим, які виконують такі складні завдання, ризикуючи власним життям. І ще при цьому літають, напевно, ворожі дрони. Їх менше не стало. От коли ви йдете навіть на позиції, що відбувається, в яких умовах? Проблема. Вот то, что я говорил, почему так долго надо идти, до 7-8 километров в одну сторону, потому что пройти мы можем еще, а техника проехать не может, потому что все тропы на сегодняшний день находятся, они простреливаются орками издалека и артиллерией, и дальними минометами, иногда они используют и РСЗО различного вида, поэтому техника как бронированная, так и
любая другая техника, джипы подъехать не могут туда. Люди еще по 2-3 человека, мы заходим ночью, и пройти посадок практически уже вокруг нет, именно там, где поле боя идет. Все уже прорежено снарядами, поэтому... И, естественно, все это делается с помощью их дронов. Постоянно летают над нами, постоянно мы их слышим, мы их видим. Вот. Поэтому пытаемся заходить ночью, пытаемся маскироваться. Иногда путь в 7 километров может занять 3-4, а то и 5 часов для того, чтобы незаметно выйти на огневую позицию. Дещо полегшити роботу снайперів намагаються наші глядачі, які долучаються до зборів. От минулого нашого ефіру, коли ви тут були в студії з Бахмутського напрямку, ми оголошували один із них. А можете розказати результати? Тому що я знаю, що навіть перевершили очікування вони. І що потрібно зараз, на тепер? Да, на самом деле я хочу поблагодарить всех зрителей ваших, потому что это было удивительно. Мы тогда думали о том, чтобы собрать около 200 тысяч гривен, чтобы купить один хороший тепловизационный прицел на калибр 338, дальность работы которого до 2 километров, соответственно, нужен очень серьезный прибор. Но наши зрители тогда в течение суток дали нам около 700 тысяч. В результате был закуплен также очень дорогой прибор на 50-й калибр, огромный 50-й калибр, 75-й линзой с очень шикарной матрицей разрешения, с дальностью обнаружения около 4 километров. Он уже, так же, как и другие приборы, находится в бою. То есть на все 700 тысяч мы купили теплоприцелы. У нас, по сути дела, сейчас полностью группа укомплектована шикарными, благодаря вам, теплоприцелами. К сожалению, у нас... На что собираете сейчас? Что теперь треба? Чтобы глядачи наши могли долучить. Бо карту уже бачить, скажите, будь ласка. Сейчас дроны, на дроны камикадзе собираем. Это очень важно для нас сейчас. Мы также на данный момент собираем на ремонты машин, на некоторые апгрейды стрелкового оружия для наших штурмовых групп и так далее. То есть у нас достаточно большие нужды. Общая заявка около 2 400 000 гривен. На сегодняшний день собрали чуть больше 1 000 000. Благодарим всех, кто жертвует и помогает нам. Звертаємось до підтримки наших військових. Вони потребують цього. Своїм життям вони захищають наш мирний тил, тому ми маємо їм допомагати, дякувати за це і підтримувати, хто чим може. Тому давайте долучимось до цього великого збору. Дякуємо, дякуємо вам дуже за включення. Підрозділ особливого призначення «Грім» був разом з нами. Дякую. Дід. Бережіть себе і своїх хлопців. Чекаємо вас в мирному Києві.